Самаре с 1 июня по 31 октября устанавливается особый противопожарный режим. Об этом информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигание мусора, в том числе на территории приусадебных участков. Также запрещен запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушение предусмотрены штрафы. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01 101 или 112. Тот же телеграм-канал пишет, что с 28 мая по 30 августа ограничено движение транспорта по улице Авиационной от Клинической до Новоурицкой. Перекрытие связано с ремонтом водовода. Автобусы маршрута номер 52 будут ходить по скорректированной схеме. Водителей просят заблаговременно планировать свои поездки. Департамент опеки, попечительства и социальной политики в своем телеграм-канале рассказывает, в чем заключается опека, попечительство, что такое приемная семья и патронат. Для консультации и разъяснений по вопросам усыновления детей можно обратиться в департамент по предварительной записи по адресу Куйбышева, 44. Приемные дни – понедельник, вторник, четверг. Администрация Красноглинского района напоминает о противопожарной безопасности в связи с началом сезона созревания тополиного пуха. Власти призывают соблюдать рекомендации МЧС. Не поджигать пух, не выкидывать окурки, соблюдать меры осторожности при сварочных работах. По необходимости пролить пух водой. Администрация Железнодорожного района приглашает всех желающих на гала-концерт фестиваля детского творчества «Липовый цвет». Он пройдет 30 июня в 17:00 в актовом зале школы номер 94 по адресу улица Партизанская, 78А. We'll be right back.